Всем привет! Снова обзор посылочек. На этот раз с магазина Тиму. Вот такой небольшой пакет. Жду с нетерпением, потому что там крутые товары. Очень крутая вещь там, которую я хочу проверить и вам показать заодно. Возможно, вы тоже захотите приобрести. Ссылочки в описании. Так что... добро пожаловать на мой обзор. Так, открываем. Побольше коробочка. Что это у нас? А, это 3D. 3D такая интересная вещь. Включается в USB. Тут вот такая вот небольшая стеклышко, на которой можно написать сообщение. Оно будет светиться. Прикольная вещь. Здесь есть вот такая пленочка, которую надо снять перед употреблением. Ну, применением, не употреблением. Употребляют, конечно, еду, а это применение. Снимаем со стеклышка защитный слой. Вот такая тут в розетку есть. Вставить, ну, в адаптер USB. Потом будет светиться, это будет работать как лампа. Сейчас все покажу. И можно на ней писать, и вы будете видеть, что будет написано. А будут светиться ваши слова. Сейчас я пишу, и вы увидите результат. Круто. Теперь видите, да, светится, что я написала. Все, что я не напишу, будет светиться. Любой смс можете оставить и включить. Для своего любимого или для ребенка, для кого угодно. Это я написала таким фломастером, который прилагается. И здесь есть на конце колпачка стерка. Это можно стереть все, что вы написали. Стереть, заново написать, что хотите еще написать. Крутая вещь. Определенно прикольная вещь. И стоит недорого на этом сайте Тиму. Тоже ссылочки приложу. Стоит эта вещь около 4 фунтов. 3,99. Что я считаю очень даже недорого. И такая она функциональная. Прикольная. Еще нигде я не видела таких товаров. Думаю, можно даже и заняться этим, продавать оптом кому-нибудь, кто рассматривает бизнес перепродаж. Хорошая вещь, считаю. Сейчас будем распаковывать другую вещь. Что там у меня еще? Еще есть что-то интересное. Так, это... вот такая вот вещь, тоже USB, подсоединяете к адаптеру, здесь много переходничков, то есть как бы можно вставить уже аж 4 телефона, гаджета какого-то. Тут есть кнопочки, которые можно отключить подачу электричества или включить. Вот так это выглядит включенным. Видите, загораются лампочки. Отключаю, одна уже не горит. Нет подачи. Выключаем, выключаем. Сейчас не горят. Включаем, загорается. Очень удобно. Возможно, кому-то и пригодится. Тоже стоит вообще недорого на этом сайте. До 2 фунтов. Вы можете пролистать, потому что цены бывают варьируются. Одна и та же вещь может стоить по-разному даже на этом сайте. Но еще у меня не закончилось. Вот эта коробочка очень для меня интересна, потому что там есть наушники, которые переводят язык. Представляете? Можно вставить себе в ухо, подключить к телефону и слушать перевод. Это я очень желаю проверить, как это работает. Мне очень интересно. Стоит это на сайте около 25 фунтов.
тоже, возможно, цена будет варьироваться. Но если это, как они утверждают, работает, я, кстати, приложу видео, включу, и это действительно крутая вещь. Я еще не видела на рынке нигде, возможно, просто не попадалось мне, но реально я еще такого с таким не сталкивалась, и это реально хорошая вещь для тех, кто, например, живет за границей и хочет обучаться языку, чтобы быстрее обучиться, выучить английский, например. Можете приобрести такую вещь, и обучение будет проходить естественным образом и быстро, удобно. Так что я считаю, вещь крутая. Сейчас я ее открою и покажу вам, как выглядят наушники. Наушники реально похожи на ну, простые наушники, подключающиеся к типа айфону, такого же варианта. Но у них есть функция перевода языка, что, я считаю, очень круто они придумали. Коробочка такая тверденькая, добротная, не дешевого материала. Хотя цена, знаете, недорогая, я бы сказала. Обычные наушники примерно столько же стоят. А тут еще и с такой функцией. Тоже приложу ссылочку. Если вещь крутая, советую. Так, открываем. Здесь есть провод для зарядки устройства. И вот сама коробочка, смотрите, буквально похожа, как у айфона. И здесь сами наушнички. Можно эту коробочку зарядить, когда сели наушники, в коробочку положить, и они заново зарядятся. Все загорелось. Сейчас даже есть 77% заряда. То есть они работают. Но мне надо их подсоединить к моему телефону и разобраться, как это все работает. Здесь есть в коробочке инструкция. Так. Инструкция тут есть. Все вот так вот расписано. И вот, смотрите, переводит язык. Обалдеть. Вот они хорошо придумали. Реально, давно уже пора такую вещь на рынок выпускать. Вот так они называются. Ну вот, я тестирую эти наушники. Я уже все проверила. И скажу вам, это чудо. Я в шоке, я сама в шоке. Ну, я просто сомневалась, что действительно так все работает. Но это действительно так работает. Я держу телефон, выбираю параметры, с какого языка, на каком я языке буду говорить и какой язык я хочу, чтобы у меня в наушниках переводилось. Держу телефон рядом. Это может быть человек, ну, рядом около вами стоящий, говорить в телефон. Ну, то есть только надо нажать на телефон кнопку «Tab» сделать, и разговор начинается переводиться. Он говорит, а мне в наушниках все переводится. Я в шоке, я просто в шоке. Это крутая вещь, всем советую. Теперь это самая моя любимая вещь. Теперь я надеюсь быстрее освою язык. Я как бы уже и так подучила, но много чему еще надо учиться, так что есть над чем работать, а эта вещь очень мне поможет. И здесь я вам засняла на скриншоте, типа на телефоне, как это все работает, перевод, все доказательства, все здесь approved, все, вещь крутая и недорогая, так что не пропустите такую возможность. Я только знаю, что на Тиму такая есть вещь, может быть и где-то еще, но по моей реферальной ссылке по-любому получится какой-то скидос, и это недорого, 25 фунтов, так что переходите по моей ссылке и покупайте эту вещь. Очень нужная, я считаю, для многих, кто изучает языки. Там, кстати, есть и латышский, и русский. Ну, короче, я вам это все записала, показала. Сейчас видео приложу.
Это приложение. Вот закачала программку. Вот так она называется. Вот синенькая. Воаск, да? Нажимаем. Вот я уже проверяла. Я нажимаю на экран. То, что я говорю по-русски, мне переводит на английский язык. Вот наушники нарисовано, что English. А я говорю телефону. Телефон слышит и переводит мне в наушники на английский. Hello everyone, this is a cool thing. Видите, сейчас добавилось последнее, что я говорила. А, так, что мне такого бы сказать? Даже не знаю. This gadget is very cool. I think it will come in handy for a lot of people. Представляете, видите, все перевелось. Вот последнее. Вот сейчас пишет это, что у меня перевелось. И я это сейчас слышала в наушниках. Я не знаю, как вам это передать, но я реально слышала в наушниках. Я считаю, это очень крутая. Еще у меня есть другая вещь, тоже интересная. Можно включить тоже как USB такой. Выход. И вот такая лампочка. Прожектор на стену. Сейчас включу, покажу. Тоже считаю прикольная, только надеюсь, светит ярко и хорошо. Но сейчас день, нету темноты, но все равно, я думаю, будет видно. Сейчас включу. Вот такой светильник. Смотрите, свечу за собой. Вот на картину. Прожектор. Вот земля. В зависимости от расстояния земля может, можно сделать больше шар, ближе, дальше регулировать. Ну вот, как видите, видно все. А в темноте еще лучше будет видно. Прикольно, да? Для, как сказать, бэкграунда такого. Вот на другой стене. Вот так это выглядит. Довольно-таки неплохо, да, смотрится. Сейчас еще день, как бы. И вот эта штука стоила совсем недорого. По-моему, 3 фунта. Приложу ссылочку тоже, сколько это стоит. Так что неплохая вещь. Ну и осталось последнее, что там. Такой пакетик. А здесь у нас переключает свет. Небольшое устройство, не длинное. Взяла тоже для бэкграунда. Бывают они разные длины. Так что сейчас тоже проверим. Должно светиться. Можно использовать как для подсветочки вашего телевизора. Будет красиво освещаться сзади. Приклеить. Там есть такая липучечка. И менять цвета. Будет подсветочка вашего телевизора. Сейчас мы этот гаджет отключим. Включим тот для проверки. Ну вот, все работает. Подключила. Цвета меняются. Так, пульт, интересно, тут есть. Подождите, off, on. Походу, нету батареек. Надо будет вставить батарейки. Ну, вот такая вот подсветка. Разных размеров есть. Возможно, кому-то надо. Так что ссылочку приложу. Вот такой мини-обзор. Но наушники — это круто. Это самая прикольная вещь, которую я ждала долго из-за этой вещи, эту посылку. И вообще на этом сайте можно много чего купить. Поищите, там разные гаджеты есть и принадлежности для дома, чтобы вам улучшить, ну как бы, улучшить быт и сделать его более функциональным и проще.
Есть всякие приспособления для кухни, там для готовки. Очень много вещей. Надо смотреть, кому что надо. Товаров очень много на разный вкус и выбор большой. И еще как бы для новичков хорошие скидки. Когда я еще была новичком, я уже не новичок, давно уже заказываю с этого сайта, уже много посылок заказала. А первый раз мне дали возможность купить, например, 10 товаров по цене за 5 товаров, что очень-очень выгодно. Это получается 50% скидка, где нигде такой скидки практически не найдете. Да и так там товары дешевые, плюс еще эта скидка, там вообще получается совсем-совсем дешево. Так что смотрите, возможно, что-нибудь для себя и найдете.